Приветствую вас. Вы знаете, я, наверное, вас разочарую, но, на мой взгляд, эти объятия абсолютно ничего не означают, потому что мужчина мог обнять этих девушек абсолютно случайным образом, в том смысле, что его отношение никак не зависит от того, как он их обнял, вот. А разница в объятии есть только в том, что девочка в красном, да, она, судя по всему, выставляет более ощутимые, более ярко выраженные личные границы, нежели чем девочка в синем, которая позволяет как бы прикасаться к себе, да, более интимно, ну, более близко, скажем так. Вот, при этом видно, что девушка в красном, да, она как бы выстроила определенную стену между собой и людьми другими, да, она выстроила стену между собой и, например, этим человеком, вот, она как другая девушка, девушка в синем, она такая более открытая, более свойская и так далее, вот. Но, опять же, понимаете, нельзя исключать того факта, что объятие это случилось чисто случайно, то есть в том смысле, что не было никаких предпосылок, да, к этому не было никаких, не было никакого контекста, вот. И соответственно, это вы уже, значит, сами как бы, да, можете додумываться. То есть, если в ваших отношениях нет абсолютно ничего, да, то только есть какие-то вот такие вот непонятки, недопонимания, да, и так далее. И, по сути, вам, ну, не на что опереться, скажем так, то вы будете искать в его, значит, ну, в его поведении, да, вы будете искать какие-то для себя проявления, которых на самом деле нет. То есть, на мой взгляд, ситуация, она вот выглядит пока что именно так. Знаете? То есть, нет ничего необычного в его объятиях. Да. То есть, да, можно найти психологический смысл, да, в этом. Можно сказать, что девушку в красном он обнимает более полно, да, да, ну, например, более полно он обнимает девушку в красном, а в синем он обнимает девушку менее, значит, полно, но при этом более интимно, вот. Можно. Столько, что это даст, по сути. Вот. Понимаете, вот. Что это даст вам? Потому что с вероятностью 50 на 50, да, с вероятностью 50 на 50, это может быть чисто случайность. Поэтому искусство психологии, да, оно не в том, чтобы, значит, как бы анализировать то, что вот
происходит, а искусство психологии, оно в том, чтобы отличить то, что не нужно анализировать, да, от того, что действительно нужно. Вот, мне кажется, что здесь именно вот то, что вы предоставили, анализировать не нужно. Самое главное, если бы это было, ну, например, спонтанная фотосессия, допустим, это ладно. Ладно, если бы вы, допустим, эту фотографию выложили в контексте того, что вы на прогулке, да, то есть вы просто идете, и вот он приобнял так обоих женщин, да, это было бы понятно. То есть тут совершенно было ваше видно. Но здесь официальное мероприятие, здесь, скорее всего, у него не было выбора, он должен был как-то обнять, но это называется дикий психоанализ, когда подобные вещи предлагают анализировать, вот. Поэтому я думаю, что здесь нужно несколько больше узнать о вашей ситуации, несколько больше нужно прояснить характер ваших отношений, вот, с человеком, да, то есть именно вот с человеком, именно с человеком, который изображен на фотографии, вот, то есть очевидно, что вы одна из девушек, может быть вы третья девушка, не знаю, вот, и чтобы уже более конкретно говорить, да, по поводу того, что происходит, вот. Потому что то, что вы предоставили, это просто, может быть, просто случайность. Но совершенно очевидно, что девушка в синем, да, она такая вот более открытая, да, у нее более гибкие личные границы, нежели чем девушка в красном, которая явно излучает уверенность в себе, возможно, излишнюю самоуверенность. Вот, вследствие чего, значит, к ней вот такое внимание предоставляется. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.